Короче, без шуток, да, типа, Сережки? Ну, к делу, что позвал? Ну, я позвал тебя на рубрику. Сейчас у нас будет рубрика. А я тебе показывал бойца одного, но на самом деле там два человека. Два бойца нашего дела. Ты должен понять, кто это. Ну, то есть два человека, должен понять их обоих. Да, я понял. Фух. Слава богу. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Как называется эта рубрика? Я вообще не знаю. Человек в человеке. Ладно. Прикинь, я забыл даже, как первого зовут, из-за того, что они скрещены. А кто из них первый, кто второй, я сам не понимаю. Оля, сейчас говорю. Прикинь, забыл. Недавно за поезд дрался. Да, я знаю его, я забыл, как зовут. Прикинь, потому что скрещены. Это что за позор вообще-то? Ну, это я, понятно. Ну, это вот этот позор, и ты и есть. Ты сейчас договоришься, Анатолий. Ну, это Артём Рофль. Артём Рофль? Да. Да, два имени называешь. Да, правильно же? Рофль, один правильный, еще кто? А, в нем два бойца. А, это вы это, что-то там делаете, да? Артём Рофль, Артём Красава Рофль. И... Я не знаю. Артём Рофль же. Артём Рофль и кто? Да, это очень серьезный тип. Дайкось. Дайкось? Ну, тяжело понять, кто это. А второй? Андрей? Если бы мне скинули фотку и сказали, ну, будешь с ним драться или нет? Я бы сказал, ну... От пяти разговариваем, лямов. Ну, такой чувак, как будто бы мог с тобой тоже 5 лет вот в одном месте побыть. Хер его знает, кто-то не русский. Наоборот. Русский? Очень даже. Такого если встретил, нормально было? Это было бы, блядь, последняя моя встреча. Не знаю, короче, кто. Ну, вот такой здоровый, знаешь, у нас такой татуированный. Это сводки. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. А, да-да-да. Тяжеловесно, пацаны. Да, ну я так и сказал. Вообще не понимаю, кто это второй. Вообще без понятия. Николай. Соболев. Соболев, правильно. А не, это Коля Савилов, да? Красава, да. Артём Рофль и Коля. Савилов Коля. А. Котлету. Не помню, как он выглядит, честно. Полушарие твое, а внутрь чья? Коля Савилов. Правильно. Ну, Рофль, Артём, знаешь такого? Нет, он выглядит. И Савилов Николай. А Савилов Николай знаешь? Не знаю. Не знаешь Николая Савилова? Да, котлета Савилов, понял? Да, да. Да. Вот. Это из Epic Fighting, что ли? Это кто со мной на конференции сидел? Один, который в Ленином сердце занимается, нет? Этот Горозин. Горозин? Рогозин. Грозин. Грозин, извиняюсь. Заранее извиняюсь. Это мой будущий соперник. Который этот Хаус прудущий, да? Да, Хаус. Он с RB Агрессором дрался, кстати. Умар Тасиев? Это Елымов. Это Елымов конкретно. Андрей Елымов. Пояс у него, да. Скоро будет у меня. Хочешь забрать, да? Да. Так. Это Андрей Елымов. Знаешь, такой тут тает жесткий, вот так жесткий дерется. Да, красавчик, молодец вообще. Мне нравится. Спасибо, что подыграл. Вот Андрей Елымов. А вот лицо чье. А второй это тоже занимается, да? Они же друзья с ним, по-моему. Нет, это не Кузьминов. А, Вова Кузьминов, да. Это не он. А, да? Глаза чьи? Собачьи. По глазам. Твои наснали с ним. Любит нежданчики, там всякие такие штуки. Волейболист. Нежданчики. Жесткий конфликт. А это в глаза фары, а я вымов, Андрей. Нифига ты красава. Это фары и глаза? Да, глаза фары. Это фары. Что, фары такие глаза уже стали? Да. Бля, бедолага. Твои наснали с ним. Фары, что ли? Да, фара. Ну, фара. Фары? А, фара. А лоб чей? А, точно, фара. Похоже на фары, не фары на глаза? Нет. Да, и глаза фары. Все, это они, да. Ты вообще в пупома не шаришь, брат. Приветствую всех подписчиков нашего дела. А не подписчикам, я хочу сказать, что вы подписались на наше дело Студия Плюс. Ведь вас будет ждать самый крутой контент. Это тяжеловесы же. Это и тяжи какие-то. Вот так, да. Я не знаю, честно. Ты не думаешь, что все так легко будет, если ты просто скажешь тяжеловесы и все, пойдем дальше. Тут нужно сказать точно. Это и Рябой, и Шульский. Паша Шульский. Угу. О, это Павел Шульский. Павел Шульский. А как ты узнал, что он тяжеловес? По нему видно. По нему видно. Шульского ты правильно угадал, а еще кто? Джанго. Нет. Без понятия. Ну, с вашего промоушена. Он у нас чемпион по ММА. Ну, какой-то серьезный, прям там дядя. Устрашающий глаза. Тяжеловес дагестанец в нашем деле. Ибрагим. Тяжеловес, боксер. Очень хороший, на хорошем уровне. Который, знаешь, такой казак. Павел Шульский. Павел Шульский? Ну, я его назвал Шульский, а второй? Ой, ты дурак.
Мы перепутали все. А, это Хадис Ибрагимов, а, глаза. А вот это все. Это с кем он дрался? Шульский. Шульский. Красава, он с ними не дрался, но я подыграю тебе. Хадис. Хадис Ибрагимов. Да, да. Ну, Шульский снимал интервью. Я еще... А, Хадис, что ли? Да, Хадис. Да ладно. Хадис. Толстый такой же. Нет, это боксер Шарафутдинов. А, и Хадис Ибрагимов. Нифига себе, это жестко. Yeah. Что здесь от Хадиса, я не могу понять. Глаза. Да нет, Шульского глаза. Получается, это просто фотка Шульского? Ну да. Хадис Ибрагимов. Красава, я вообще не могу понять даже, что это. Это Хадис Ибрагимов? Да, да. Извини, я не хотел тебя толстым назвать. У него толстый соперник будет скоро. Про него говорил. Дамил так тоже жесткий. Извини тоже. Знаешь Шульского, Пашу? Во-во, да. То есть он там выглядит? Ну, немного постарел просто. Да, после нокаута. На химии. А здесь на химии. Ой, блин, жестко ты жестко. Нормально. Твой нежданчик. Вот нежданчик. Я его видел много где, я просто не знаю, как его зовут. Какой? Вот волосатый? Да. Это волейболист, ага. С его другом Ершовым. О, ну это волейболист. Назир, можешь посмотреть? Да, Назир. Назир, да, это он. Назир волейболист. О, это что за... А это с кем меня смешали? В мультике снимался тип. Коваленко. Нет, а, значит, тут красивее Тарасов, человек. Значит, Тарасов. Еще красивее человек. Корней Тарасов? Еще красивее. Нарик Симонян. Ну, хуже. Глаза? Ты эти должен издалека видеть. Такие, знаешь, вот у меня, например, такие растаманские глаза, если честно. Глаза на твои похожи. Ну, спасибо за комплимент. Блин, не знаю, чьи глаза. Ну, вот это все остальное, это что такое? Все остальное. Это просто что? Вот эти вот банки. Да, это же банки. Знаешь, камень на английском как будет? Стоун. Александр Стоун. Ты английский знаешь? Я в офиге просто. Саша Стоун. Красава. Это Саша Стоун и Назир волейболист. Черняев? А, да ладно, серьезно? Кто? Он что ли? Да, Саша. Как тебе в целом внешность такая? Я, у него что с носом? Нос направлен, ну это перегородка у него, вижу. Ну да, кривовато. Ведущий нашего дела. Армена знаю, брат. Я не буду тебе помогать, брат. Да, это Александр? Yeah, man, I can't speak on English. Ну-ка скажи, да, давай, дай мне контракт. Дэн Эвент. Да, молодец, все, двигаемся дальше. Офигеть, как будто твой брат, знаешь, такой. А у меня, кстати, есть брат младший, Эдик. Он писец, как на Стоуна похож. Один в один, я тебе отвечаю. Ну вот он так, получается, выглядит. Нет, он свет прям как Стоун. Один в один. Эдик, привет, брат, как ты там? Иси, привет. А, Эдик, салам алейкум, как ты там? Иси, привет, тебя на Рейк зовут, какой привет. Как я ушел, видел? Оп, все. Он блогер. Блогер. Да, у меня племянница его знает. Племянница его знает? Да. Может, племянницу наберем, узнаем, как его зовут. Саня. Ну, Саня. Да. Саня Стоун. Спасибо, что я смеешься. Ой, еще. Это Мурат легенда. И я хуй. Ой, фиг его знает. Мурат? Или нет, не похож. Мурат. А Мурат легенда после реабилитационного центра. Мурат, когда нашел бабки на такси. Честно скажу, вообще непонятная шутка, не понимаю. Мурат и... Это легенда же. Да, Мурат. Легенда. Так это просто Мурат. Почти. Блин, вот тут глаза. Это, знаешь, его один из самых близких людей. А, этот Вадим Вадимович? Вадим Вадимович, что ли? Глаза покажи. Глаза его. Косые. Косы. Все понял? Какая-то кошачья. Там собачья, тут кошачья. Я не знаю, кто это. Я с ним дрался, в ничью подрался. И брат его, что ли? Да, красава. Вот вижу, он хайповых знает чуваков. А это брат его. А-а-а. А, Мурат со своим братом, да, что ли? Да. Брат его зайчик? А, это... Да. Зайчик, это красава. Да. Ну, брат Радой, что ли? Да, я Мурат же... и брат Мурада. Ну, Мурат, брат Мурада. Это этот Гарри Поттер со шрамом на лице. Блин, как который с Муратом цепляется, как его зовут? Ну вот он, блин. Барашку принес, знаешь? Да, барашку принес. Да. Как его, не помнишь, зовут примерно? Okay. Вадим Вадимович. Вадим Вадимович. Угу. Вадим, да, Вадим Вадимович. И... Вадим Вадимович с глазами, как у Шрека. Вадим Вадимович. Красава, да, красава. Да. Кто второй? Опять Фара как будто. И гном Гномыч, наверное. Да, правильно. Андрей или нет, я думал, тоже или нет? Нет. Добряк, который, знаешь? Я понял, который Абубакр Добряк, да, который вышел недавно. Вышел недавно, освободился, да, у нас пятый раз уже сидел, что ли? Скоро опять командировка. На вахту! Я не знаю, кто это. Не знаю. Может, ну, наверное. Наше дело, дайте ему бой его, братский, пока он здесь в отпуске. Да. На вахту сейчас ебнет опять. Про вахту я уже шутил, Свет, это не твоя шутка. Подскажи. Это я.
А-а-а! Ты конкретно вот собачий депутат. Это Нарек Симонян, правильно. Да. Все круто. А, ты что? Ну, блин. Глаза мои. Я просто... Да не, когда здесь не похож на твои глаза. Ну ты хочешь, ну что, это ты что ли? Да, это мои глаза. Серьезно? Да. Какие-то они здесь кривые, если честно. Угу, спасибо. Очень, да уж, неловко. 22 июля, Москва, ВК Стадиум. Один из самых ожидаемых поединков в индустрии. В этом бизнесе есть уровни, и эти бойцы на самой вершине. Устрашающий нокаутер, обладатель пояса Хадис Ибрагимов, принимает новый вызов. Он идет за вторым титулом. Хадис Ибрагимов! Но на его пути стоит самый доминирующий чемпион в истории «Наше дело», не знающий поражений. Данил Татарин Сарафутина! Противостояние титанов супертяжелого веса, которого еще не видел бойцовский мир. Вы этого ждали. Настало время чемпионам вписать свое имя в историю единоборств. 22 июля. ВК Стадиум. Наше дело. Больше, чем спорт. Билеты уже в продаже.